Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я настолько ненавижу свою жизнь и окружение, пишите вы, что хочу умереть и испортить им жизнь так же, как и они мне. Если умру, все это бессмыслица закончится, я все равно когда-то умру, зачем еще терпеть это? Ни работы, ни дома, ни людей, которые мне нравятся, ни энергии, на что-то у меня нет, есть только ненависть и разочарование. Мне 25 лет, а чувствую себя глупым ребенком. Ну, несложно увидеть, что вы очень сильно себя обесцениваете, вероятно, сильно страдаете от каких-то ожиданий, вот, которые не совсем, мягко говоря, являются, ну, адекватными, да? Вот. И, соответственно, да, от этого страдаете и страдаете, в общем, если так вот подумать, да, довольно сильно. То есть вы очень сильно страдаете от того, что у вас есть определенные ожидания. С другой стороны, ненависть, которую вы чувствуете, производна от боли, вашей боли, непрожитой боли. То есть проще ненавидеть, проще хотеть, условно говоря, умереть, вот, чем, собственно, признать, что вам что-то больно, например, признать, что вам что-то тяжело, признать, что, ну, условно говоря, вы от чего-то страдаете, например, да, и страдаете, ну, достаточно сильно, вот. То есть какая-то вот тут такая история, я бы все-таки на боль, на некоторую травмированность обратил бы ваше внимание, вот, пытался бы прожить, вот, немножко так освободиться от этого. Тогда, возможно, вам было бы легче воспринимать реальный мир и реальных людей. Вот сейчас есть такое довольно стойкое ощущение, что между вами, условно говоря, и вашей жизнью, ну или удовольствием, комфортом, стоят люди, они вам очень сильно мешают. Кстати, еще, на мой взгляд, был бы хороший вопрос, да, вот вы говорите, что ненавидите все, чувствуете разочарование, а чего хотели бы? То есть как вот, ну, как вы видите мир, допустим, как вы видите, ну, людей, допустим, как вам это все, вот, ну, именно видится, то есть, как вы хотите, чтобы было? Потому что
Есть у меня такое подозрение немного, что желание это ваше несколько слепо. То есть вы привыкли хотеть вот чего-то такого. Вот. Вы привыкли хотеть. Но вы не особо замечаете, насколько это реально, то, что вы хотите. Насколько вообще это вот можно, ну, достичь, насколько реально можно конкретно что-то сделать для того, чтобы прям вот получить то, чего вы хотите. Да? Вот. У меня есть, например, такое ощущение, что как будто бы реально вы не хотите приблизиться как-то к тому, что вам нужно. Как будто бы вот так. Это, по крайней мере, для меня сейчас выглядит. Я могу ошибаться, я могу быть неправ, я вполне это допускаю, но вот пока что для меня это выглядит так, что вот на ненависть, соответственно, там, в данном случае попытка переложить ответственность за ваш дискомфорт, на вот других людей. То есть вы считаете, что другие люди как бы виноваты вот в том, что вы вот живете той жизнью, которая живет. Ну. И отчасти вы правы, люди действительно приложили к этому как, ну, какие-то усилия. Ну, это правда. То есть, ну, я бы не отрицал этого полностью. Но в то же время, хочется сказать, что у вас есть и ваша собственная ответственность. Вот. То, что вы, например, говорите, что я чувствую себя вот глупым ребенком, вот это ваш выбор. Так вот себя чувствовать. Не в смысле, что вы сами, ну, что вы хотите себя так чувствовать, а скорее в смысле, что из того, что есть сейчас, из того, как вы себя, например, чувствуете сейчас, вы делаете вывод что-то о том, что вы глупый ребенок. Ну, это же только одна сторона. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Есть и другая сторона. Например, что вы чего-то хотите просто. Например, что у вас есть какое-то желание, например. То есть, что вам
допустим, страшно. Вот. Ну, к примеру, я это вот просто сейчас пример. Вот. Я не говорю там, вот, знаете, 100%, да, вот, что я сейчас вот прав. Нет, я просто говорю вот, ну, пример. Вот, чтобы вы вот немножко так, поразмыслили вот на эту тему, что из этого вам там, ну, может быть, как-то ближе показалось, допустим. Вот, показалось ли вам вообще что-то ближе. Вот, следующий момент. Что вы называете глупостью своей? Ну, вообще, вот так вот, если подумать, да, что вы называете своей глупостью? Что такое глупость? Вот, я понимаю это так, что есть чего-то, есть что-то, точнее, чего вы хотите. Вот, хотите, возможно, достаточно сильно, но вот обесценивать это. Вот, и в итоге, ну вот, как-то не особо у вас получается этого достичь, не особо получается этого добиться. Вот. Я не уверен в том, что сейчас говорю. Ну, просто вот такое у меня появилось предположение. Вот. И, соответственно, было бы неплохо его проверить. Как минимум. Вот. Ну, следующее, если вы чувствуете себя, как вы говорите, ребенком, то, вероятно, вам чего-то хочется. Ну, потому что детям всегда чего-то хочется, дети всегда чего-то хотят. Вот, ну вот, было бы, на мой взгляд, хорошо, если бы вы вот несколько попытались выделить, чего вам хочется, опять-таки, в этой ситуации, ну вот, в конкретно этой ситуации, да? Вот. Вы говорите, что там разочарованы, вот, то есть чего-то хотели, но вот не получилось, вот. Ну, такая, чего вы хотите, какие у вас критерии? Вот. Это вот, мне кажется, вы проскакиваете в такой вот мысли, что какая-то я не такая, вот, что-то со мной не так, вот, и, значит, я недостойна жить. Вот, понимаете, какой тут вот аспект есть. Вот. Поэтому мне кажется, что вот обратить внимание вам нужно, ну вот, в первую очередь на это. На то, чего же я вообще хочу, вот если я разочарована, да, то, наверное, ну, я чего-то очень хотела. Вот. Так, а что это тогда? Чего я хотела? Вот. Это важно графика рассмотреть.
Вот, ну, в смысле разобрать, да? Вот. Чтобы вы хотя бы видели это. Вот. А сейчас у вас, кроме этого реакционного поведения, да, кроме вот этого реакционного поведения на других людей, у вас сейчас и нет ничего. Вот. Это очень грустно, как мне кажется. Вот. Потому что, на мой взгляд, достойны вы большего. Вот. Вы говорите открыто о своей ненависти, вы говорите открыто о там, своих желаниях, вы говорите открыто о том, что разочарованы. То есть это смелость. Вот. Не каждый человек мог бы, в принципе, так вот достаточно откровенно об этом заявить. Вот. Поэтому тут вам, мне кажется, можно собой гордиться. Вот. И заметить, что вы это сделали. Что вы позволили отдаться этому чувству. Вот. И в этом смысле вы молодец. Но чувства бывают разные, не только эти чувства. Вот чувства могут быть и неприятные, в том числе. И ваша задача, как мне кажется, увидеть эти чувства и позволить им себя направлять. Вот. Ну, в смысле, позволить этим чувствам себя направлять. Вот. Это нужно делать, ну, как бы, не на постоянной основе, вот, ни в коем случае не на постоянной, вот, но, по крайней мере, стараться, стремиться к этому. Вот. Вот какой-то такой ответ. Да, у вас, конечно, чувствуется много боли. Вот. Чувствуется действительно много обиды даже. Вот. Но вы сами же это обесцениваете. Не другие люди, скорее всего. А вы сами. Идея, по крайней мере, моя, заключается в том, чтобы вы для себя попытались это понять, вот, чтобы вы попытались увидеть, где именно вы себя обесцениваете, вот. Где именно вы себя подавляете, ну, как бы, сами, да, вот. И, соответственно, это можно было бы несколько подкорректировать. Вот. Сейчас это сделать довольно тяжело, потому что ну, у вас есть вот некоторое, так скажем, видение мира, да? Вот. Это видение мира, оно может быть, ну, несколько ошибочным.
Вот. Но подкорректировать его, подкорректировать это видение мира, если вам этого хочется, если вы этого хотите, да? Вообще говоря, не так сложно подкорректировать это, не так сложно. Вот. А важно, чтобы вы действительно хотели этим заниматься, чтобы вы действительно хотели, ну вот, в этом направлении двигаться. Вот. А что касается, ну, смерти, да, вашего желания умереть, то если вам нужно, там, условно говоря, ну, разрешение на то, чтобы вам вот позволили умереть, ну, я думаю, что вам для этого разрешения не нужно. Вот, и совершенно точно, что психологи не те люди, которые об этом могут говорить. Но если вы решите свою жизнь изменить, если вы решите поменять свою жизнь, если вы захотите жить, вот, то вот в этом смысле психолог вам может помочь. И помочь, кстати, ну, хочется верить, весьма неплохо. Естественно, повторюсь, если вы этого сами хотите, если вы вот сами, ну, желаете что-то изменить. Потому что, ну, как бы, заставлять вас, понятное дело, никто не будет. Переубеждать тоже вас никто не будет. Мне кажется, это неправильно, переубеждать, ну, человека, да? Вот. Мне кажется, что, опять же, вы достойны того, чтобы вас не переубеждали. Вот. Мне кажется, вы достойны того, чтобы самостоятельно прийти к вот какой-то, ну, идее, ну, вот, самостоятельно прийти к какому-то решению, что вам делать со своей жизнью, вот. И уже как-то вот опираясь на это, действовать дальше, вот. Вполне вероятно, что самостоятельно с этим вы не справитесь, вполне вероятно, что вам нужна помощь психолога, вот, вполне вероятно, что вам нужна в том числе, да, поддержка, вот. Ну, это уже вопрос исключительно психотерапии, ну, вот. И, соответственно, аспект тут заключается именно в том, чтобы вы были готовы что-либо в своей жизни менять. Вот. И если вы этого захотите, то с большим удовольствием и радостью мы вам поможем. Если на нас, если вы увидите точнее, что ненависть, которую вы, ну, чувствуете, да, именно ненависть, это некая такая защитная реакция от боли, которую вы, ну вот, там, условно говоря, привыкли чувствовать, да, вот, привыкли ощущать и так далее. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам,
начать работу над собой, если вы хотите. Вот, желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей проблематики. Обращайтесь.